Ребята будут выполнять такие элементы, как крутка под спину с захватом ног и очень опасный вис в руке с оттяжкой, стоя на носках у партнера. Все элементы рассчитаны на большую амплитуду вращения. Одно неловкое движение, и партнеров может разорвать по сторонам. Еще в первой программе Роза заявила, что хочет доказать женщинам в возрасте, что жизнь только начинается. Глядя на нее, трудно с этим не согласиться. Роза, вы корону потеряли, но здесь это сделали все участники, в каком бы статусе они ни находились. Здесь все равны, а особенно, когда это цирковые элементы такие потрясающие, как были только что продемонстрированы. Роза Сибитова! И Дмитрий Сорокин! Вы знаете, хотелось бы пару слов сказать о выбранной вами музыке. Песня «Алегрия» — это из одноименного шоу «Сик Дюсселей». «Алегрия» — это радость. Эта песня как раз о сути цирковой работы, когда ты несешь людям радость. Но эта радость и твоя работа, она всегда сопряжена с риском. Небольшая ошибка — и все. Сколько мы знаем таких случаев. Ребята, вы смелые, вы бесстрашные, ведь вы, особенно ты, Роза, мы же тебя совершенно другой привыкли видеть. Спасибо за радость, которую вы нам дарите. Да, но это еще трагедия любви цирковых. Мы хотели об этом рассказать, что, в принципе, это мое воспоминание. Мне показалось, что это очень понравилось Ирине Александровне Винер. Так ли это? Вы так улыбались просто. На вас интересно было смотреть в этот момент. Ну, я поверила в то, что рассказала сейчас Роза, и сразу поняла, что это воспоминание, что она перебирает старые фотографии, вынимает корону и вспоминает, как она когда-то с
любимым человеком выступала в цирке. Но, к сожалению, прошло время, он улетел. Хоть она и сваха, но, к сожалению... Мне очень понравилось, что она такая смелая. Молодец, молодец, Роза. Так здорово на руках выкручивалась и с одними моментами, с этой веревкой, и с другими. И так, и сяк она себя закручивала. И было видно, что она очень боится, когда она толкалась ногами и вылетала туда наверх, и вообще не знала, что будет. Здорово, смело и напористо. Молодец. 10 баллов. Я смотрю, Дмитрий один раз улыбнулся все-таки. Очень суров. Костюм просто соответствует. Итак, десятка Катерины Винер. Ефим Шифрин. Вот участь клоунессы, да, вот и драма вроде, и слезы, и он улетел. А вот остается она забавной, и от этого еще более трогательной. 10. Вот так, удачный амплуа. Вот и Сорокин уже заулыбался. Лариса Семеновна Латынина. Вы знаете, а мне чего-то не хватило. Вот то ли радости, то ли изящества небольшого. Поэтому 9. О как. Ну, значит, так. И Владимир Винокур. Вот здесь мне нужно говорить о сюжете. То есть все так четко, все так понятно. Воплотили художники настоящие. И ребята молодцы, как они нашли друг друга. И, конечно, Роза, она просто с каждым разом все... совершение и совершение. То есть еще самое главное, что есть в этом человеке, нет комплексов никаких. Вот. И она красивая, мужественная и мастер своего дела. 10.